В этот день у жителей села Дархан особенное радостное настроение. Причиной тому долгожданное открытие школы. Раньше дети учились совсем в неподходящих для этого условиях. Тесные кабинеты, нехватка парт и стульев. Да и занятия в три смены были совсем неудобны. Почти все жители села пришли на открытие школы. Многие из них отмечают, что образование должно быть хорошим. Ведь именно благодаря образованным людям страну ждет процветание. Поэтому открытие новой современной школы было просто необходимым. Для вас открывает двери школа, оснащенная по самым последним требованиям. Теперь ваша задача – хорошо учиться и использовать полученные знания для построения успешного будущего. Желаю удачи ученикам и учителям. Я также хотел бы поблагодарить Саудовский фонд развития, который предоставил финансирование для строительства этой школы. Стоимость проекта новой школы составила 72 миллиона 114 тысяч сомов. Она рассчитана на 275 учеников. В здании есть актовый зал на 117 мест, столовая на 53 места, санузел, тренажерный зал, а также все необходимое оборудование. Открытие такого современного образовательного учреждения очень воодушевило школьников. Мы очень рады закончить 11 класс в такой современной школе. Сегодня очень счастливый для нас день. Теперь мы хотим получить хорошее образование и быть полезными обществу. Открытие этой школы в селе Дархан можно рассматривать как результат реформы государства в сфере образования. В школе со всеми этими условиями дети должны получить хорошее образование, учителя должны давать достойные знания. Здесь были учтены все требования, классы хорошо оборудованы. Также есть интерактивные доски, компьютерные классы и книги. В этой школе созданы все условия для достойного воспитания, как в спортивном, так и в духовном и образовательном плане. В этом году улучшилась социальная инфраструктура Дарханского Аильного Аймака. Наряду с недавно открывшейся школой имени Абылая Сатылганова сдан в эксплуатацию медпункт и решена проблема чистой воды в селе. Елена Ткаченко, Нуркас Абдрахманова, Бакыт Шаймбетов, Алатау 24, Иссык-Куль.